Заглянем на несколько лет назад. Давайте посмотрим, о чем рассказывали орские журналисты с экрана телевизора. В почтовый ящик письма мэра, установленный в здании администрации, поступили жалобы от населения по поводу торговли хлебом. Глава Орска поручил специалистам администрации разобраться с этой проблемой. В настоящее время в городе, кроме 18 специализированных хлебных магазинов и павильонов ОАО «Орский хлебокомбинат», хлебом и хлебобулочными изделиями торгуют практически все стационарные продовольственные магазины. Всего их в городе 130. Кроме магазинов, на улицах торгуют хлебом из специализированных грузовых машин, фургонов, прицепов, палаток и лотков. Как показали проверки, все уличные торговые точки, стационарные киоски и павильоны не имеют элементарных условий для торговли продуктами и хлебом. Нет воды для мытья рук, туалетов. У многих отсутствует или просрочено разрешение Центра госсанэпиднадзора, санитарный паспорт на торговую точку, разрешение администрации города или района. Хлебобулочные изделия реализуются без упаковки. В соответствии с гигиеническими требованиями к мелкорозочной сети, введенными с 1 января нынешнего года, при наличии одного рабочего места допускаются продажи пищевых продуктов лишь в промышленной упаковке. Отпуск хлеба осуществляется в упакованном виде. Хлеб и хлебобулочные изделия должны перевозиться в лотках в специализированных закрытых автомашинах или фургонах, оборудованных лотками. Не допускается перевозить хлеб навалом. Учитывая вышесказанное, специалисты отдела по развитию и регулированию рынка предлагают в срок до 1 февраля убрать с улиц города лотки, палатки, необорудованные прицепы, а также торговые точки, не имеющие разрешения ЦГСН. В настоящее время готовится проект распоряжения мэра о сезонной торговле на улице Орска, куда включен пункт о запрете торговли хлебом без наличия промышленной упаковки. Также в это распоряжение будут включены пункты о необходимости соблюдения всех санитарных и экономических норм.